Жоржик и Добби в приюте совсем недавно. В одном вольере ужились легко. Поладили с остальными собаками. Теперь у них есть теплая будка и миска с едой. Эти два славных парня найдут себе новую семью, потому что они молодые, они очень, еще раз говорю, человекоориентированные, очень хорошо ладят с детьми. У каждой собаки своя история. Микки, или как называют его волонтеры, медвежонок, попал в приют щенком с перебитым позвоночником. Малыша вылечили и помогли реабилитироваться. Он очень хорошо ходит, да, на поводке. И, в принципе, он очень беспроблемная собака. Если его забрать в семью, это будет просто великолепная собака дома, великолепный партнер. Шустрик в приюте с августа. На улице его заметили со сломанной лапой. После лечения он полностью восстановился и с нетерпением ждет новых хозяев. Сейчас в приюте живет более 150 животных. Александр Романов, владелец приюта, заботится о каждом. То есть он достаточно трепетно относится ко всем своим собакам. И вот сколько я сюда хожу, 3 года, то есть это вот действительно здесь любовь, забота к собакам. Заботятся о животных и волонтеры. Не только кормят, ухаживают, но и выгуливают. Кстати, помочь приюту может каждый. Вот и сотрудники информационного центра приехали не с пустыми руками. Передали крупу от жителей округа. В сезон холодов особенно в помощи нуждаются братья наши меньшие, которые живут в приютах. Принести гречку, риц, помочь отремонтировать вольер или даже просто погулять с собаками может каждый. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».